итоги с главой администрации. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Говорит Саров», в студии Юлия Ефремова. Традиционно в начале месяца мы разговариваем с главой администрации об итогах работы за месяц и о планах на будущее. Сегодня в прямом эфире радио «Говорит Саров» глава администрации города Валерий Димитров. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Добрый день. Дорогие друзья, вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону прямого эфира 3-107-4. Телефон 3-107-4. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Ну, а мы начнем с событий прошлого месяца. Вы участвовали в первом заседании Совета по развитию местного самоуправления под председательством полпреда Бабища. Вот для чего был создан этот совет, какие проблемы обсуждались, какие в итоге решения были приняты и какое значение это событие имеет для Сарова? Ну, действительно, Координационный совет по местному самоуправлению, если говорить про округа федеральные, это инициатива нашего полпреда. Таких советов в других федеральных округах нет. И я хочу сказать, что очень интересная произошла встреча. Еще 50 участников этого совета, то есть членов совета. Это главы городов, главы администраций крупных городов, известных городов на территории России. Есть представители сельских районов и поселковых советов. Их меньше, чем представители городов, но все равно они есть для того, чтобы понимать проблематику не только территорий крупных, а города – это крупные территории, но и чтобы понимать проблематику местного самоуправления на уровне сельских советов, поселков. Ну, я хочу сказать, что... Вот если говорить о повестке дня, она также была разбита на несколько вопросов. Первый – это проблема местного самоуправления городов. Второй вопрос – это проблема местного самоуправления районов. Третьим вопросом рассматривался наболевшая тематика, как укрупнение поселковых советов. И четвертый – это кадровая политика. Так вот, если говорить о первом вопросе, то в качестве основного докладчика выступил мэр города Тольятти. Ну и не в содокладчиках, а в качестве выступающих, озвучивающих свою проблему и показывающих, как развиваются территории, выступили еще порядка 10 глав городов. Вот город Саров в том числе представил доклад на тему инновационного развития и о вкладе, возможном вкладе закрытых территорий в будущее инновационное развитие нашей страны. То есть, вот, знаете, какая принципиальная разница. Города говорили о своих проблемах, мы говорили о том, что мы готовы уже быть примером для вот той будущей экономики, о которой говорит сегодня президент. И на нашей основе можно формировать различные модели. Вот даже возьмем одну цифру. Ведь озвучено, что к 2025 году в России должно быть 24 миллиона инновационных рабочих мест. Если разделить эту цифру на все население России, это 145 миллионов человек, то получится порядка 147 рабочих мест на тысячу. Так вот, если взять в России, сколько у нас таких рабочих мест, созданных на градообразующем предприятии, на предприятиях малого и среднего бизнеса, занимающихся инновационной тематикой, то у нас такая пропорция уже есть. У нас такое количество людей уже в Сарове работает. Вот она, будущая инновационная модель экономики. Давайте смотреть, какие процессы здесь идут, какие у нас есть сложности, в чем надо Сарову помогать, в чем где-то надо брать наш опыт уже и его... но передавать на другие территории, то есть тиражировать этот опыт. Вот об этом мы обсуждали. Вот очень приятно было, что полпред показал, что он в тематике закрытых территорий, то есть он знает все наши сложности, он очень хорошо помнит визит, который он совершал в этом году в феврале месяце,
Там тоже ему ряд докладов было представлено, с рядом вопросов он уже занимался. И, ну, было сказано так, что да, действительно, города ЗАТО – это города, которые требуют отдельного внимания, что городам ЗАТО нужно подходить особо, то есть нельзя их под общую гребенку причесывать, что у нас есть свои особенности, и иногда нам кажется, что, допустим, у нас есть какие-то недостатки, но он говорит, что недостатки – это продолжение ваших достоинств. Ну, действительно, так оно и есть. Но вот мы часто говорим о том, что у нас там, ну, не так быстро развивается малый и средний бизнес. Ну да, но это опять же связано со спецификой территории. И вопрос, то есть какой акцент сделать первоочередным. Вот, и здесь очень важно вот этот баланс всегда в городах закрытых находить. Очень важно понимать, в каких регионах они находятся. Очень важно в сегодняшнем законодательстве, то есть когда ищутся пути поддержки территорий, где особенно развита инноватика, то есть инновационная тематика, здесь вот опыт Сарова, он очень наглядный. У нас есть и технопарк, который за пределами Сарова. Вот он анализ. Давайте посмотрим, как работает на сегодняшнюю экономику закрытого города технопарк, созданный за пределами. Что в этом случае делать? Есть города, где, наоборот, создают такие технопарки внутри. Давайте тоже на них посмотрим. У города Заречного, который тоже входит в Приволжский федеральный округ, есть свои наработки там, в области культуры, спорта. Их надо тоже анализировать, тоже принимать. Кстати, с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса, мы уже об этом говорили, Пензенской области, город Заречный, в частности, они демонстрируют очень хорошие примеры вот такой поддержки и развития новых видов предпринимательства, которые до этого на территории просто в принципе не было. Я вот уже говорил о них, у них даже есть такой проект, как факультатив в школах, где преподают предприниматели, которые рассказывают о том, что это такое, с чем это едят, почему предприниматель это не просто такой же член нашего общества, но это человек, который берет на себя все риски, связанные с организацией вот этого бизнеса, который несет ответственность за людей, которых он берет на работу. Ну, то есть, это кроме, как вот мы часто привыкли, да, что это кроме зарабатывания денег, это еще и большая ответственность. И вот когда людям это показывается, и причем есть примеры хорошие, наглядные, в Сарове, кстати, их тоже достаточное количество, есть у нас предприятия малого и среднего бизнеса, где работают сотни, и там даже если взять, брать холдинги, то и тысячи человек. Вот, поэтому опыт городов надо использовать. Вот, наверное, такой вот основной вывод по нашей тематике был. Если говорить про города и про их, по их проблематике, мне было очень интересно послушать о муниципальных практиках, которые есть. То есть, как вовлекаются люди в формирование городских программ. Ну, то есть, как формируются программы устройства тех же малых архитектурных форм, то есть детских игровых площадок, спортивных площадок. Как ведется работа по капитальному ремонту жилых домов, как формируются подходы к строительству и ремонту дорог. Ну и вот мне было очень приятно, что города, которые говорят как о проблеме, и говорят о том, что очень сложно привлечь депутатов в эту работу, очень сложно разговаривать с населением, я могу сказать, что в Сарове мы этот путь уже прошли. То есть есть и вовлеченность депутатов в этот процесс, и наши программы, которые уже не первый год формируются с точки зрения благоустройства внутриквартальных территорий, обязательно с привлечением депутата. И там, где депутат активен и заинтересован в результатах, там мы видим очень хорошие уже результаты сегодня. Там, где есть созданы советы домов, там, где есть старшие по домам, там тоже ситуация уже гораздо лучше. Ну, в общем, это еще и место для общения коллег, именно коллег, то есть это главы городов, главы администрации, которые ежедневно занимаются проблематикой. Все говорили о том, что сегодня тренд очень важный на общение с населением, на получение запроса от населения и на вовлеченность населения. И опять же, все однозначно говорили, мы в городе про это очень часто вспоминаем, но меня вот даже удивило, что и открытые территории как основную проблематику свою называют, ну, неактивность населения в вопросах местного самоуправления.
Ну вот, кстати, в этом вопросе в Сарове тоже показатели высокие по сравнению вот с другими городами? Ну, я сказал бы так, что нам сложнее, потому что в закрытых городах изначально на уровне государства создавалась идеальная система, связанная с предоставлением услуг для населения. Это и касалось и образования, и культуры, и спорта, и ЖКХ, и всего остального. Вот, в открытых городах не везде все было так благополучно, поэтому там люди быстрее были вынуждены заниматься этой проблематикой сами. Ведь посмотрите на все законы, тот же фонд реформирования ЖКХ, он о чем говорит, что если нет общего собрания, если люди не проголосовали, то никакого капитального ремонта быть не может. Вот мы с этим живем, вот сколько я вот являюсь главой администрации, 8-й год мы занимаемся тем, чтобы эту работу на уровне общения с населением, ну так скажем, чтобы вывести ее в такой в хороший диалог, чтобы администрацию города, департамент городского хозяйства, управляющие компании воспринимали не как структура, которая находится сверху и обязана все сделать, а как структура, которая помогает в этом вопросе. Но это как такой наиболее яркий пример, где люди вовлекаются в этот процесс. Опять же, вот сейчас в новостях говорили о том, что проводились собрания по выбору советов домов. Тоже можно констатировать, что не очень активно, но уже цифра 30 говорит о том, что «а уже есть». Ну и наши активные радиослушатели предлагают опять же в это дело вовлечь депутатов. Вот в пятницу у нас, в четверг был депутат Кащеев, и ему предложили, что еще и депутаты должны присоединиться к этому вопросу. Я бы сказал так, что здесь процесс должен быть таким эволюционным. Вот здесь не может быть такого, что вот захотели, да, сверху, сказали, что вот все, с завтрашнего дня население активно. Мы вот уже видим, что такого не будет. Поэтому надо находить формы и методы работы, заинтересовывать людей. Ну, вот мне очень понравился один из проектов, когда, к примеру, по малым архитектурным формам, в частности, по детским игровым площадкам, у нас же депутаты собирают эти заявки, а у них они пошли еще дальше. Это один из районов Кировской области, такой проект предлагали. Они стали проводить конкурсы. То есть деньги выделяются на благоустройство внутриквартальных территорий только по условиям конкурса. Ну, то есть всем микрорайонам там, или там всем районам они как-то определяют, там, допустим, несколько жилых домов с общей территории. Вот они говорят, они могут написать проект, представить его в администрацию, есть положение этого конкурса. И в соответствии с этим конкурсом производится отбор. То есть если хватает денежных средств, то реализуются все проекты. Если не хватает, то есть определенные критерии оценки, признания победителей, которые будут финансироваться. Все, люди вовлечены в процесс. То есть они сами заявляются, они получают средства, и они потом сами контролируют не только строительство, но и потом и использование этих детских игровых площадок. А, к сожалению, там, где просто поставили, и детская игровая площадка... Бывают такие случаи, я не скажу, что это везде, но бывают такие случаи, что поставили детскую игровую площадку, она используется не детьми. Вот этого быть не должно. И, конечно же, проконтролировать... Естественно, что и администрации города, и управляющие компании, и управление внутренних дел, но и сами жители должны быть активны в этом вопросе. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в прямом эфире радио «Говорит Саров» глава администрации города Валерий Димитров. Телефон прямого эфира 3-107-4. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. А у нас в студии первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Валерий Димитрович, здравствуйте еще раз. Это звонит пенсионер. Со мной 2 года назад случилось несчастье, а именно на огороде пожар по неосторожности, в результате которого сгорел не только мой дом и все мое имущество, но еще 2 соседних дома. Могу садоводческое имущество, да? У вас через городскую администрацию попросить материальную помощь? У нас есть программа материальной помощи. Давайте мы так сделаем. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. Ну, представьте. Алло. Моя фамилия Аржанов. 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 А имя отчество? Рафаил Константинович. И свои координаты еще. Рафаил Константинович. 2261 телефон. 2261. 522. 522-61.
Хорошо, я дам поручение нашему начальнику управления по работе с такими программами. На вас выйдут и все объяснят, как у нас работает программа материальной помощи. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Вы можете позвонить и задать интересующий вас вопрос. 3-107-4. Валерий Дмитриевич, какие визиты сентября вы назвали бы значимыми? Ну, нужно сказать, что происходят определенные изменения в правительстве Нижегородской области. И с первым визитом у нас побывал новый министр внутренней политики. В недавнем прошлом это наш сосед, мэр города Арзамаса. Ну, сегодня это министр внутренней политики Анатолий Николаевич Мигунов. И, конечно же, у нас есть много вопросов, которые мы в ежедневном режиме решаем с Нижегородской областью, и Министерство внутренней политики – это первый наш помощник. И вот здесь было очень важно, чтобы уже в новом качестве Анатолий Николаевич посмотрел, что в городе, какие у нас есть проекты, какие программы совместные с областью, где нас нужно поддерживать, почему нас надо поддерживать. Мы такое хорошее, конструктивное рабочее совещание провели. Ну, с городом его знакомить не нужно. У нас в городе неоднократно бывал, я надеюсь, что и будет бывать с такой же частотой. И здесь очень важно, что, собственно, первое звено, да, общения нас с правительством Нижегородской области, что нас очень близко понимает, знает всю нашу проблематику. Я вот очень рассчитываю на то, что многие вопросы, которые у нас, ну, были из категории таких вот зависших, как, ну, к примеру, как участие наших молодых специалистов в области образования, культуры и спорта в областных программах, распространение этих программ на наших молодых специалистов. Вот я думаю, что с его помощью мы их будем решать. Ну и, конечно же, программы инфраструктурные. Все проекты городские, которые включаются в областные программы, это непростой путь. Каждый проект требует отдельной защиты. И здесь, конечно же, иметь такую поддержку в лице министра внутренней политики для нас будет очень важно. У нас в студии еще один вопрос. Я напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Валерий Дмитриевич, у меня вот Владимир Николаевич вам звонит. У меня вот такой вот вопрос к вам. Вот построили новую телевышку, и там вот есть поворот с профилакторской дороги. Вот когда едешь туда, на профилактории, не доезжаешь чуть-чуть телевышки, есть поворот налево, где находится газонаполнительная, газораспределительная, ну, где объекты повышенные огнеопасности, наверное, взрывоопасности. Вот на этом повороте раньше стоял знак, запрещающий там езду на кремешки, на поле. В общем, будут его восстанавливать, этот знак, поставят какой-то или нет, или так будет эта дорога. Потому что там газопровод, охранная зона, там 50 метров, 25 туда, 25 туда. В общем, я не знаю. Владимир Николаевич, абсолютно правильный вопрос, абсолютно правильное замечание, знак поставим. Потому что он действительно там находился, кроме того, там, по-моему, даже и шлагбаум стоял в свое время. Про знак могу сказать точно, что этот разговор уже был, восстановим знак. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у радио «Говорит Саров» в прямом эфире глава администрации города Валерий Димитров, и вы можете позвонить по телефону 3-107-4 и задать вопросы, которые вас интересуют. 3-107-4. Звоните и задавайте вопросы. Валерий Дмитриевич, ну, как всегда, у нас каждый месяц проходит очень много спортивных мероприятий, в частности, в сентябре день бега. Опять же, наши спортсмены, как всегда, показывают высокие результаты. Например, вот Мария Козякаева взяла серебро на Кубке мира по лыжи и роллерам. Но важны ведь не только высокие результаты, но и изменения мышление наших горожан и нацеленность на здоровый образ жизни, на занятия физкультурой и спортом. И в сентябре как раз вот состоялось открытие первого футбольного поля с искусственным покрытием. Понятно, что в городе делается очень много и продолжается реконструкция стадиона ИКАР. И хотелось бы узнать, как обстоят дела с реконструкцией, на каком этапе сейчас работы? Ну вот вы хорошее перечисление начали, я бы еще вспомнил результаты голосования, которые, по которым выбирали города для проведения чемпионата мира по футболу. Мы вообще находимся в уникальном географическом положении.
То есть Саранск, Нижний Новгород, мы прям четко по центру находимся между двумя городами, где будут проходить футбольные матчи. И я думаю, что вот очень своевременно идет сейчас реконструкция стадиона ИКАР именно для футбола. Кстати, вот сложно, ну или не то, что сложно, это хорошая идея у нас возникла на одном из... На одной из встреч с журналистами, когда говорили о том, что вообще к 2018 году городу Сарову можно предложить свою определенную стратегию. Например? Развитие того же футбола. Ну, смотрите, основная команда у нас достаточно успешно участвует в областном чемпионате. То есть там сложившийся коллектив, вот я смотрю на команду. Там, как бы ни говорили, да, про финансирование, там, про легионеров... Много всегда возникает вопросов, но посмотрите, костяк команды – это все равно игроки, которые живут в Сарове, то есть это жители нашего города, тренеры, которые сегодня имеют отношение к профессиональной команде, они занимаются сегодня с детьми, и вот моя оценка, что при формировании школы можно сегодня заявляться в областные программы поддержки и этого вида спорта. Да, понятно, что он массовый, да, понятно, что он, ну, непростой с точки зрения, если куда-то войти, да, в какие-то другие программы, но еще раз подчеркиваю, что сегодня Нижний Новгород все, попал в список городов, и нужно будет не просто построить инфраструктуру, да, но нужно еще будет и показать, что эта инфраструктура востребована. Вот я очень внимательно слушал, о чем говорил президент и о чем говорили представители УЕФА. Они говорили о том, что важно не только, чтобы был построен стадион на 45 тысяч зрительских мест, но и важно, как еще эта инфраструктура потом будет влиять на в том числе и на формирование городов, и на формирование людей, которые живут в этих городах. Но вот здесь, конечно же, очевидно, что, ну, там, Саранск сделал такой мощный опять для себя такой задел на будущее. Они вот провели тысячелетие. Сейчас у них такая новая национальная идея, я бы так сказал, к 2018 году. Вот просто уверен, что сейчас они все будут заниматься этой тематикой, все, не только город Саранск, но и вся республика, скорее всего. И вот мне хочется верить, что и в Нижегородской области вот это вот движение, оно тоже затронет все регионы и выиграют наиболее подготовленными. Поэтому здесь я вот очень рассчитываю, что и привлечение детей в этот вид спорта станет более активным, и внимание к этому спорту со стороны болельщиков станет тоже более, более серьезным. Ну и, наверное, и работа по подготовке станет тоже более серьезным, но это я уже говорю про Министерство спорта Нижегородской области. Но если говорить про стадион ИКАР, про работы, да, были определенные задержки, об этом надо говорить, да, мы смотрели, с чем они связаны. Связаны были и с технологическими определенными вещами, и с погодными условиями. Ну и здесь ничего страшного нет в том, что объект сдается там на 2 недели позже, но с соблюдением всей технологии. Ну вот я просто сейчас смотрю уже по графику. Мы сейчас ввели фактически ежедневный выезд наших представителей на эти объекты. Ну я смотрю, вот, что вот эта вот работа, которую мы начали с лета, она показывает, что все работы на стадионе ИКАР запланированные, конечно же, в этом году обязательно будут выполнены. По созданию всех площадок, там работают специализированные фирмы. Нам, кстати, вот очень понравился подрядчик из Волгограда, который работает именно с покрытием. То есть всю подготовку делают саровские организации, а покрытие профессионально, чтобы оно стояло долго, чтобы были учтены все нюансы, которые сегодня, ну, наработан этот опыт на территории России. Много полей уже уложено данными подрядными организациями, и видно, что поле вот очень качественное, на котором сегодня играют футболисты, и те команды, которые приезжают, конечно, говорят, очень удивляются, они играют на других полях искусственных, они, ну, просто сильно отличаются ваше поле от других полей. И вы смотрите, а нюансов же много. Можно было пойти и сказать, что давайте вот сэкономим и купим
более дешевые покрытия. Ну, не пошли же по этому пути. Давайте там, там этот песок, который там специальный, да, для этого используется, тоже можно было пойти по более дешевому пути. Мне сказали, давайте вот все сделаем так, чтобы со стороны города были сделаны максимальные действия для того, чтобы потом у футболистов, у людей, которые, у детей, у тренеров, да, у игроков, не было ни одного аргумента в сторону, что некачественное поле, там что-то вот здесь не доделали, вот там не доделали. И вот теперь уже можно спрашивать из-за результата. Вот хотел сказать, чтобы они не говорили, что вот мы не выиграли. Ну и, кстати, теперь команда уже, хорошо, на своем поле команда хорошо играет. Да, в новостях мы это озвучивали. Три команды обыграли. Угу. А мы сейчас прервемся, потому что у нас в студии еще один звонок. Я напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Мы вас слушаем. Вот у Вечного огня крытая остановка будет поставлена или нет? У Вечного огня крытая остановка будет поставлена или нет? Ну, с автобусными остановками я могу сказать, что работа по их инвентаризации была проведена, ну, еще 5 лет назад. Изучали все точки, то есть какие остановки, где должны быть установлены. Но я хочу сказать, что вот, наверное, впервые возникает такой вопрос по крытой остановке около Вечного огня. И там тоже понятно, почему она и в советское-то время там не была установлена, потому что проводится много мероприятий около Вечного огня, и, конечно же, она там не будет вписываться просто-напросто по архитектурным ограничениям. Поэтому, ну, если есть обоснование, опять же, я могу сказать, что можно письменно обратиться в администрацию, мы обязательно на соответствующей комиссии этот вопрос рассмотрим. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у радио «Говорит Саров» в прямом эфире глава администрации города Валерий Димитров. Телефон прямого эфира 3-107-4. Вы можете позвонить и задать интересующие вас вопросы, высказать мнение, пожелания. Телефон 3-107-4. Валерий Дмитриевич, еще один хороший пример альтернативы неорганизованному отдыху нашей молодежи. В сентябре открылся первый в городе клуб интеллектуальных игр. Открылся в филиале библиотеки имени Маяковского на Московской. Торжественно прошло открытие, и уже школьники начали туда ходить. Пока еще отзывов мы не собирали, но вот в ближайшее время, потому что времени достаточно мало еще прошло, будем интересоваться мнением нашей молодежи. Вот понятно, что такое времяпрепровождение развивает и наших подростков, и молодежь, и организовывает хороший досуг. Вот как вы относитесь к этой инициативе? Хорошая инициатива. Ну, мне бы, знаете, как, хотелось бы даже, может быть, не про эту инициативу поговорить, потому что в средствах массовой информации ее хорошо осветили. Я смотрю, и по телевидению показывали, и газеты писали. А вот сегодня у нас на встрече с журналистами возник вопрос, ну, доведения, что ли, этой информации до как можно большего круга жителей города. И понятно, что молодежь сегодня это больше интернет, социальные сети. Люди, ну, среднего возраста, так скажем, тоже сегодня очень активно работают с интернетом. И, конечно же, надо сегодня, ну, акцентировать работу наших департаментов, учреждений в том плане, чтобы не просто провести мероприятие, но еще и показать его и рассказать о нем. И, может быть, и предварительно, и после того, как оно прошло, может быть, даже его обсудить, если это мероприятие для, ну, конкретного направления важное. И вот сегодня очень живая дискуссия, кстати, была, мне это очень понравилось. И мне кажется, мы нащупали несколько таких вот моментов, которые можно будет реализовать. Ну, ведь действительно, вот сегодня там часто иногда слышишь от определенных категорий людей, что а вот в городе там некуда пойти, там скучно, нечем заняться. Ну, когда задаешь вопрос, а что хотелось бы? Ну, к примеру, вот клуб интеллектуальных игр, да? Ну, вот он есть. На Большой Земле уже давно все практикуется. Но там эти клубы только платные, вот в чем разница. А у нас этот клуб создан на базе библиотеки имени Маяковского, филиал, в частности, вот на улице Московской. И, пожалуйста, это одно из
ну, одно из направлений, которое реализовано инициативно. Да, хорошо, что есть такой инициативный депутат, который понимает, что есть определенный круг детей, и не только детей, но и взрослых, которым, ну, важен вот этот вид общения. И поэтому, пожалуйста, вот для них это создано. Кому-то, может быть, там важно сходить в музей. В музее сегодня идут постоянные выставки, постоянная сменяемость выставок разных. Вот, кстати, скоро будет у нас открытие, опять же, тоже хороший проект, инициативный проект, будет выставляться частная коллекция такого известного человека, как Вячеслав Лопашов. Это где будет? Будет выставляться в музее. В городском музее. То есть у него есть коллекция своих, там сейчас неправильно назвать оловянных солдатиков, но просто солдатиков назовем так. Но человек увлекается этим. И смотрите, как интересно, что идет подготовка к 400-летию народного ополчения. И, пожалуйста, вот человек вышел с таким предложением. Но у нас еще есть много людей, у кого есть частные коллекции других предметов. Да. И они очень интересные. То есть люди живут этим, они увлечены, они могут сами о них рассказать. Вот она тема, пожалуйста. То есть сегодня инфраструктура городская позволяет реализовывать, ну, не знаю, наверное, максимальное количество инициатив, которые могут возникнуть. То есть скучно жить тому, кто сам по себе скучный. Вот я бы сказал так. Если человек хочет что-то реализовать, наши учреждения обязательно ему не просто помогут, но еще и подскажут, как это сделать правильно. И вот, кстати, сегодня тоже на обсуждении была тема. Вот у городского курьера есть приложение «Настройся». Ну и там тоже молодежь говорит, а вот хотелось бы вот это. Приходит директор департамента культуры на встречу и говорит, а у нас все это сделано. Так что надо искать даже, я бы сказал, не просто информированность. Информированность у нас очень хорошая. Способ доведения до конкретной аудитории. Вот кого мы хотим видеть на этих мероприятиях. Обычных людей, которые постоянно и так ходят? Или мы хотим все-таки привлечь большее количество людей к данным событиям? Если хотим большее количество событий, значит, надо использовать разные площадки. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. Я напоминаю, что сегодня в прямом эфире радио «Говорит Саров» глава администрации города Валерий Димитров. И вы можете задать интересующие вас вопросы, высказать какие-то пожелания, мнение свое по телефону прямого эфира 3-107-4. 3-107-4. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Валерий Дмитриевич, вернемся к реконструкциям. Каждое утро, каждый обед, каждый вечер наши горожане с нетерпением, наверное, наблюдают реконструкцию моста через реку Сати. И ждут его открытия. И ждут, да, когда же. То есть уже видно, что уже, наверное, скоро закончится. Это все и достаточно много расширили дорогу. И вопрос, когда закончится? До зимы успеем? Нет, до зимы однозначно, и не просто до зимы. Вы, наверное, уже видите, что асфальт, как подъездной к мосту, он уже сделан по полной технологии, так скажем. Буквально там остаются определенные моменты, связанные с коммуникациями, и не с основной уже дорогой, а с пешеходными дорожками. Ее же надо тоже сделать, потому что поток пешеходный там достаточный. Я вот сейчас даже смотрю, что люди по основной дороге сейчас уже ходят. Вот, поэтому, ну, осталось совсем немного. И несмотря даже на то, что работы были усложнены, кстати, по мосту, потому что сама установка балок производилась в очень коммуникационно насыщенном месте. И, конечно же, это потребовало большего внимания, тщательности работы и, соответственно, удлинения времени, увеличились сроки. Но общий план производства работ, он идет даже с опережением. Я рассчитываю, что в октябре все работы, ну, однозначно просто завершат. А вот по дате, ну, я хочу сказать, что контракт подписан до конца года, но мы планируем, что
октябрь должны завершить все работы. Ну что, ждать осталось недолго, терпеть осталось совсем чуть-чуть. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в прямом эфире радио говорит Саров глава администрации города Валерий Димитров, телефон 3-107-4. До нас дозвонился еще один наш радиослушатель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Валерий Дмитриевич. Мы вас слушаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Вера Ивановна с вами говорит. Вот мы проживаем Шведник 15, без буквы, около 10-й школы. И в итоге 4-й подъезд. Ни одной скамейки. А у нас проживают в основном все пенсионеры, к тому же многим под 80. Иногда приходится присесть, отдохнуть. Ну, вопрос понятен. Тоже понятный вопрос. Каждый раз эти вопросы возникают, и это нормально. Вот то, что мы говорили о местном самоуправлении. И вот, в частности, просто даже уверен, что если сейчас провести опрос в этом доме, то найдется сколько сторонников, столько и противников установки. Поэтому я для себя вопрос записал. Вот обязательно обсудим его с управляющей компанией, с департаментом городского хозяйства. Посмотрим там, какие есть моменты. Если никаких ограничивающих вещей там нет, ну, установить скамейку – несложное дело. Дорогие друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 3-107-4. Вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас интересуют. 3-107-4. Валерий Дмитриевич, в сентябре прошел общегородской субботник. И по статистике получается, что каждый раз на субботник людей выходит все больше, а мусор убирается все меньше. Вот по вашему мнению, это говорит о том, что горожане стали меньше мусорить, или все-таки наши городские организации интенсивнее работать стали? На самом деле мусора вывозится больше. Просто в качестве там, примера по субботнику мы берем один день. Ну, два дня. Вот. А с точки зрения вывоза и вывоза мусора с незакрепленных территорий, его становится, ну, даже я бы, ну, не сказал бы, что в разы, но значительное количество этого мусора появляется. И опять же, к сожалению, вынужден констатировать, что и в лесных массивах, и в только что убранных местах мусор начинает скапливаться очень быстро. Вот, казалось бы, субботник прошел, всего-то ничего. Вот, буквально там, две недели прошло. Вот, а если сейчас посмотреть по территориям, куда привыкли ходить наши жители, опять бутылки, опять мусор. Несложно. Ведь сегодня, может быть, там в сотый, там в тысячный раз я скажу, что сегодня количество контейнеров, и не только для бытового мусора, да, около жилых домов, но контейнеров для крупногабаритного мусора в наших микрорайонах очень большое количество установлено. Несложно с собой взять этот мусор, тем более все сегодня пытаются выезжать на транспорте и довести его до первого контейнера. Это несложно. Хочу сказать, что хорошие есть примеры. Я вот даже сам замечаю, что многие люди вывозят за собой мусор и считают это как правило поведения. Понятно, что дети, которые видят, как относятся родители к вот к такому отдыху на природе, и потом, когда за собой все убирают, соответственно, эти дети будут вести себя так же. Но есть дети, которые видят другие примеры. И здесь можно только говорить и обращаться к тем взрослым, которые показывают пример. Ну, не воспитаны вы сами, но подумайте о своих детях. Это очень важно, в каком городе, в каком лесу, в каких местах наших отдыха они будут потом находиться, какой пример будут показывать своим детям. Не удалось мне порадоваться. Я уже понадеялась, что все-таки мусор у нас становится меньше. Ну, может быть, какие-то санкции применять? Я хочу сказать, что, конечно, количество людей становится больше. Но, опять же, я исхожу из своего-то ощущения, да, что, ну, вот мы говорим, вот цифра. Ну, 8 тысяч человек приняли участие в субботнике. Ну, огромное количество. Да? 10% населения, почти 10% населения приняли участие. Это же много, ну реально много.
Это хорошо, что такое количество, но есть еще 90%. Которые, видимо, были очень заняты. Они как раз намусорили, а 8 тысяч человек как раз убирали. Ну, так тоже нельзя сказать, потому что есть ну, хорошая часть, конечно же, жителей нашего города, которые и хорошо воспитаны, и не позволят после себя оставить непорядок. Но еще раз, я вот хочу просто сказать, что у меня было ощущение, что мы более быстро будем в этом вопросе двигаться. Но, к сожалению, пока не получается. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4. У вас еще есть время задать вопрос Валерию Дмитриевичу Димитрову, который сегодня у нас выступает в прямом эфире. Валерий Дмитриевич, напоследок немножко так оставили очень актуальный для многих жителей вопрос, резонансную очень тему, это проездные билеты для льготников. Как-то решена эта проблема в городе? Решается? Ну, в городе она очень эффективно решена, и, опять же, очень хорошо освещали эту проблематику, очень хорошо инициативно отреагировал директор муниципального предприятия «Горавтотранс» Стрельцов Владимир Иванович на возникшую ситуацию. Два момента. Момент первый. Приобретать проездные билеты нужно с теми отрывными талонами, которые есть. Это правило, которое установлено правительством Нижегородской области, его нужно соблюдать. Но если у льготника эти отрывные талоны закончились, он может продолжать ездить с самим проездным билетом. И он будет у нас в городе считаться основанием для такого проезда. То есть дополнительных средств. Проездной билет обязательно должен быть. Конечно. То есть, если нет отрывных талонов, но конечно, есть проездной, конечно, то без проблем. Он обязательно должен быть. Это не означает, что в автобусе можно будет ездить и без проездного, и без отрывных талонов. Нет, конечно же, проездной билет сам должен быть. Но, опять же, это инициатива наша городская. Мы очень рассчитываем, что произойдут определенные изменения на уровне региона, будут приняты соответствующие нормативные документы. Сейчас обсуждаются они, в каком ключе они будут изменяться, изучается опыт той же Казани. Но пока вот нам говорить рано, да, какие изменения будут, но у себя в городе мы уже приняли, что мы будем работать вот так. И что никаких нищих прав и интересов льготников мы ущемлять в городе Сарове не будем. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 3-107-4, а у нас в студии еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Александрович, Валерий Дмитриевич, вопрос следующий. Значит, вот у нас в городе опять участились случаи разрисовывания домов, подстанций, гаражей, ну и прочего, значит, всякими иероглифами, то есть краской. Молодые люди, похоже, их разрисовывают. Вот. Хотелось бы это узнать от вас, какие-нибудь меры принимаются по пресечению вот этих мер? Спасибо за звонок. Принимаются, Сергей Александрович. Ну вот, опять же, так же, как и к мусору, я вот возвращаюсь к тому, что это должна быть все-таки общая работа всего города. И, ну, вы посмотрите, кто разрисовывает. Это не дети из подворотни, которым делать нечего. Это дети, у кого есть достаточное количество средств для приобретения этих красок и баллончиков. Они дорогие, эти баллончики. Там 1000 рублей и дальше. То есть, в зависимости от того, какое исполнение. А для того, чтобы сделать рисунок, это несколько баллончиков. Вот представляете, сколько нужно средств потратить. Вот, поэтому это вот одна часть. Вторая часть, если говорить про город и про департамент по делам молодежи и спорта. И, кстати, не только про этот департамент, но и про департамент образования. Я знаю, что и ряд муниципальных предприятий пытались как-то наладить работу с вот ребятами, да, которые называют себя громко граффитисты. И в какую-то такую понятную плоскость, что ли, перевести этот диалог. Да? То есть была предоставлена стена водозабора для того, чтобы... Ну, пожалуйста, хотите себя выразить? Смотрите, видное место, которое вам предоставлено. Ну, чего еще больше-то нужно? Есть какая-то новая инициатива? Пожалуйста, она тоже есть. То есть хочется как-то
оставить какой-то яркий след. Есть порядок, по которому, ну, к примеру, если это имущество, которое принадлежит, ну, к примеру, департамент по делам молодежи и спорта, вот несколько у них объектов очень ярких, которые, кстати, с использованием элементов граффити сегодня сделан. Клуб «Мечта», наглядный пример, это сегодня украшение города. В молодежном центре кафе расписано тоже данными ребятами. Потом есть, ну вот сегодня, кстати, вот мы сюда подъезжали, я обратил внимание, что вспомогательные помещения телерадиовещания тоже сделаны с использованием элементов граффити. Это нормально. Но для этого нужно проявить желание, проявить, ну что ли, какую-то инициативу, да, для того, чтобы... Да даже инициативу, а есть люди, к которым можно обратиться и через которых можно согласовать эскиз, сделать соответствующее согласование. Но понятно, что сделать обычную надпись там или оставить свою подпись гораздо проще. Я хочу сказать, что Управление внутренних дел задерживает таких ребят, их привлекают к административной ответственности, но при этом не уменьшается количество. То есть это, знаете, некий такой элемент куража, наверное, да, способ такого выражения. Но я вот еще раз вернусь к тому, что есть много других интересных мест, куда можно прийти и самовыразиться. Вот недавно был очень хороший репортаж про велосипедистов и скейтбордистов. Предоставлены целые помещения. Пожалуйста, приходите, занимайтесь, самовыражайтесь. И вот опять же здесь без участия всех жителей города в этом вопросе решить будет невозможно. Ну что, городские службы только закрашивают эти надписи. Ну, то есть получается, что, ну, во-первых, подводя итог ответа на этот вопрос, родителям надо быть повнимательнее, да, то есть контролировать, ну, в том числе, куда идут деньги детей, деньги, которые они дали детям. И по поводу вот этой стены водозабора, то есть получается, что не обязательно обращаться в департамент молодежи и спорта, но там можно прийти и просто уже самостоятельно рисовать. То есть ничего страшного не будет, если кто-то увидит. Там так сейчас и происходит. Хорошо. И если, например, места не хватило на этой стене, то можно уже обратиться в департамент. Даже не о том, что не хватило, а просто, вы знаете, как, когда есть, ну, вот, очень часто мы сегодня дискутируем таком, о гражданском обществе. Это общество, в котором у каждого есть там права и обязанности. Вот в вопросе там прийти разрисовать стену жилого дома, я так понимаю, что молодой подрастающий житель города и страны, он думает, что он сделал круто, что он оставил свой след. Да? Ну, наверное, но это сродни временам, когда люди бегали с дубинами, да, и охотились на мамонтов. Вот примерно сродни с этим периодом времени. Ну что это за самовыражение такое? Оно совершенно непонятно. И тогда куда мы идем? Если мы говорим, что надо сегодня говорим об инновационной тематике, о том, что какие мероприятия у нас в городе проходят. И очень будет обидно, что если люди, которые и ребята, которые там занимают еще какие-нибудь призовые места, занимаются еще вот этим, нет, я думаю, этим вот как граффити раз те ребята по недоумению, да, какому-то, да, или из-за того, что там в какой-то среде это является каким-то крутым. Ну вот, наверное, так. Тем более, что, ну вот, повторюсь, но будет решаться вопрос и с видеонаблюдением, кстати, сегодня и по внутриквартальным территориям рассматривается вариант привлечения управляющих компаний к этой работе и, возможно, ресурсов депутатов для того, чтобы установить видеонаблюдение. Оно тоже будет, ну, являться каким-то способом, да, решения там этой проблематики. Но я хочу сказать, что и на уровне законодателя сегодня, ну, есть инициатива, потому что это не только наша проблема. Не только проблема города Сарова, это проблема всех городов. Вот, кстати, если первый вопрос вспомнить, то главы городов тоже об этой тематике говорили. И, скорее всего, инициатива об увеличении штрафов будет стоять. Ну, там, одно дело, когда штраф составляет 1000 рублей, другое дело, когда он будет составлять 100 тысяч рублей. И тогда другая мотивация и другие
основания, да, для работы правоохранительных структур, административно-технических инспекций в ночное время, в дневное время. Ну, то есть это процесс, который будет все равно развиваться. Поэтому, ну, я вот здесь все-таки думаю, что население города и молодежь наша, которая создается сегодня, очень такое серьезное предложение сегодня даются, потому что как провести свое свободное время, ну, надо искать применение своих сил в другом. Надо уж, в конце концов, стремиться стать олимпийскими чемпионами, поставить себе задачу стать там известным музыкантом, известным художником, в конце концов, если граффити там ближе к этому направлению. Вот какие задачи перед собой ставить, а не стремиться к тому, чтобы приблизиться к уровню неандертальца и оставлять свои следы на этих самых, на скалах, да, как они делали раньше. Валерий Дмитриевич, время прямого эфира подходит к концу, но не могу не задать вопрос, кого бы вы назвали человеком сентября? Я думаю, правильно назвать Владимира Ивановича Стрельцова. Вот вопрос с проездами льготников в автотранспорте все-таки был важным. И смотрите, в городе Сарове в очень короткий промежуток времени удалось найти конструктивное решение. Поэтому ответ такой. Поздравляем Владимира Ивановича Стрельцова. Дорогие друзья, время прямого эфира подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня в гостях у радио «Говорит Саров» в прямом эфире был глава администрации города Валерий Димитров. Валерий Дмитриевич, большое вам спасибо. Всего хорошего, до свидания. А эфир радио «Говорит Саров» продолжается. С вами была Юлия Ефремова.